Вот давай мысленно попробуй соединить, Гошка, а Ленке попробуй соединить прямой линией. Если у тебя их соединить, то эта линия уйдет вот сюда, вниз. А на самом деле она как идет? Примерно так. На самом деле она вот так идет. Вот сравни линию, которая вот так идет между коленцами, и линию, которая вот так идет между плечами. Это две сходящиеся или расходящиеся? Расходящиеся. Вот это и вот это. Смотря в какую сторону? Нет, вон там, вот с стороны мая, они сойдутся или разойдутся? С стороны мая сойдутся. Да, сойдутся, а у тебя? А у тебя они там, с той стороны, конечно, разойдутся. Так что вот так. Второе колено вот здесь. А не как ты нарисовал. Если ты вот так рисуешь ногу, вот так вот стопа, Диана сидит в лотосе, вот вторая стопа здесь, вот как нога идет, вот как. Вот так. Вот так. Да, ты не можешь рисовать смех. А вот это убирай. То есть у тебя получилось, что нижняя часть тела в одних, в одной перспективе, а верхняя в другой. Так можно человек только вывернуть наизнанку, а составить все невозможно. Вытянул бедной барышне талию вот до такого размера. Не, я просто перепутал, должен был до этой точки рисовать, нарисовал до этой. Да нет, ну убрал уже линию. Ближе к реальности. Только смотри на Диану, что у нее вообще больше, руки или ноги? Прохруст. Вот большего размера. Прохруст. Ну как ты думаешь? Ну, наверное, все-таки руки. Угу. Ну, у тебя пока очевидно, руки намного больше, чем ноги. Так? Ну вот если бы Диана была гориллой, то вот пропорции были бы как раз примерно такими же. Но мы же с тобой все-таки люди, карандашик. Значит, как показать? Значит, ясно, что длина бедра у стола же. Угу. Длина бедра действительно из твоей позиции не может быть больше. Ну, потому что бедро развернуто на тебя. Но существенно больше тогда вот так толщина. И эта линия идет не прямо вверх к локтю. Вообще, ты посмотри, есть достаточно выпуклая попа, и есть вот этот вот сектор спины, который виден. Ты же видишь вот эту линию? Вот эту линию видишь? А у тебя на рисунке она вообще отсутствует. Да? Так что если руки вот так, да, то линия спины все-таки видна. И вот здесь, соответственно, иначе. Вот бедро. Вот так оно ушло вот сюда. Линия ноги ушла значительно глубже вот сюда. Вот линия спины, вот линия колена, вот линия второй ноги. Но это плечо придется отвести вот сюда, вот так, для того, чтобы фигура не потеряла устойчивость. Вот пятка, вот вторая стопа. Но вот ты видишь, сейчас... По сути дела, все вот эти линии, по сути дела, я провел. Ага. Это не твой рисунок. Да. Ну-ка, попробуй быстренько сделать, опа, еще один набросочек сам, вот так. Так. Сейчас, как бы вам это объяснить? Два нас! Что ли? Ой, ты меня висишь в воздухе. Есть метод. Значит, давай попробуем. Сейчас подожди, ничего не стоит. Длина плеча у тебя, да? Угу. Согласен. Сравниваем с длиной ноги. С вот этой. Раз.
почти в два раза. Сравниваем у нас Будете смеяться, но стоп, ничего не меняйте, более или менее. Совпало. А, стопа. Значительно более крупная стопа. Так. Ну, смотрите, ведь стопа лежит. Вот она, да. Сверху на бедре лежит. А вы вон там малюсенькую нарисовали. Это понятно? Стопа тут сюда выезжает, она вот такая. Ну и наметьте вторую штабу.